А вот селфи с елкой может обернуться двум павлодарским дебоширам годом ограничения свободы. 24- и 26-летние парни, изрядно выпив, решили сфотографироваться с молодыми елями, высаженными в центре города. Однако этим дело не закончилось. Варвары решили срубить деревья и отнести домой. Такого хамского поведения полицейские не видели давно. Несколько микрорайонов пьяные товарищи в буквальном смысле крушили все на своем пути. Каждый мусорный бак был перевернут, а все содержимое оказывалось на земле. Стражи порядка двигались буквально по следам дебоширов. На одном из перекрестков они начали выламывать молодые ели, благо там были установлены камеры наблюдения. На место подоспел наряд полицейских. Подозреваемых задержали и даже возбудили уголовное дело и административное производство. За незаконную вырубку деревьев им может грозить штраф почти в 400 тысяч. Тенге или ограничение свободы на год. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. С их слов вышли из гостей и первоначально хотели просто на фоне ели фотографироваться. Но однако они, вспомнив, что наступают новогодние праздники, хотели срубить ели и поставить домой. Но однако они срубили, но до дома так и не довезли.